Знаменитый малыш, он подросток, лежал возле парикмахерской, совсем недалеко от трассы. И ни один человек не подошел. Кто-то сфотографировал издалека и выставил в группу. И лишь Надежда поехала и забрала. Потом позвонила мне и попросила помощи. Ребята, как часто это происходит в нашем мире, в нашей стране? Сбил и уехал, потому что нет наказания за это. И люди чувствуют себя безнаказанными. Можно было остановиться, взять ребенка, отвезти его в клинику. Все бывает, занесло машину или какая-нибудь другая проблема. Но если ты сбил животное, остановись! Остановись и помоги. Довези хотя бы до любого ближайшего медицинского пункта. И Бог тебя поймет. И мы не осудим. Но здесь, как всегда, сбил, бросил, уехал. Ребенок несколько часов лежал возле парикмахерской. И думаете, кто-то остановился? Нет. Я выслала машину ей навстречу. Мы встретились на развилке и переложили малыша. Пока везли, созвонились с клиникой и договорились о том, что нас примут. Мальчику дали имя Джек. И сейчас он едет в стационар. Друзья, только вчера мы забрали в поле малышей, а сегодня новая боль. Это Джек. Это мальчик или девочка? Ага. Кого есть? Мальчик. Джек. Мэн. Отлаплю, да? Ох, ёпта. Выключай свет, ты тихо. Вывих локтевого сустава и перелом шейки бедренной кости правой. Вот. Если не получится сделать остеосинтез, то придется делать резекционную артропластику. По вывиху сустава его нужно вправлять. Зоозащита должна сотрудничать и помогать друг другу. Это наша обязанность, если мы вступили на этот путь. Добра вам, люди, помощи и благословения.